Так, 9 сентября 17 год, Харьков, 5:15 по Киеву утра, это у нас Венера. Там у нас рассвет, что очевидно. Там у нас Харьков просыпается. Я, конечно, про нормальных людей, а не про таких товарищей, как я. Так, это у нас Луна, будем сейчас ловить. Полнолуние было 3 дня назад, но все равно довольно яркая луна, что мне сильно помогло, когда я ехал тут по полям над посадочками. Сбегаю от каких-то страшных тварей, бегущих рядом со мной по посадкам. Надеюсь, это были какие-нибудь скаковые ежики. Что такое? Давай. О! Красавица! Это просто... Да, поднялся на гору, я поднялся сюда, и ветер. От того дрожания камеры. Ничего, все, это она садится так быстро. Сейчас. Сейчас я попробую встать. С собой закрыть ветер. Хоть чуть-чуть. Пять 23 по Киеву. Да, ветерок поднимается. Забрался на самую вершину непонятно чего. Методом тыка обнаружил какой-то курганчик заокружной. Прям не хочу трогать, ты посмотри, какая красотища. Опа, инопланетянин. Какая-то машкара предрассветная перед камерой мелькает. Да, надо за про ветер я не подумал. Это тебе не с балкона снимать. Здесь высота над уровнем моря, по-моему, 200 метров. Ну, где-то в этом районе, по крайней мере. Самая гора. Еще и утро как раз. Утренний этот ветерочек. Хотя мало быть и тихо.
Ладно, спасибо, Луна. Давай еще разочек рассвет посмотрим. И что там у нас от Венеры получится поймать. Еще слишком плохо освещен, чтобы на нем фокусировалась камера. Да. Ничего. Сейчас чуть-чуть солнце поднимется. Уделим и панораме время маленько. Что-то тут рядом в посадке крупная так дышит недовольно моим присутствием. Ну, лишь бы не решила, ну и позавтракать. Что это такое? Похоже на Венеру. Не сфокусируется, да, зараза? Ну что ж ты сделаешь? Мыльница есть мыльница. Пусть и ультразумовская. Ух ты, а что это там рядышком такое? Бликует. Попытка нам бату. Намба. Всем на дно. Но получится, не получится. Хочет, да? Размазню какую-то лепят. Расфокус. И не хочет. Ну ладно, что хотели, получили, в принципе. Не буду дела. Будем ждать восхода.
Давай уже хоть на чем-то. Так, 9 сентября, 17 год, Харьков, 5:41 по Киеву. Красота. Пуп луны. Ждем рассвета, по ходу дела снимаем. Вот такие распрекрасные спутники Земли. Да, выбрался, бог знает куда. Вот у нас Харьков. Если вдруг когда-нибудь проснетесь посреди ночи, вам нечего будет делать, мой вам совет. Не делайте так, как я. Припереться бог знает в какие глухомани. Посреди ночи удовольствие не самое приятное. Сейчас еще будет весело, если солнце будет вставать из-за посадки. Но тут такой прекрасный бугорок. Я уже не знаю, выглядит это как курган. Надеюсь, я не по чьей могиле так не топчусь. Но если топчусь, надеюсь, он не обидится. Пиво не мое. Это не я. Да, как бы сейчас не пришлось с этого бугорка куда-то подальше рвать. Так, ну что, пока. Харьков. Это у нас что? Это у нас... Жития ХПИ, правильно я вижу? Экранчик маленький, зараза. Ну вроде оно. Предрассветный Харьков. Лата, что ли? Что я потерял вообще ориентировку с такой точки обзора. Ну куда ж ты? Куда ж ты утекла?
плохо видно, да? Ну, по-моему, труба там. Там что-то такое сияет всеми. Всеми огнями. Ну это парус, понятно. Что-то видно надпись на нем. Монолит, что ли, там было написано? Не помню. Это тоже узнаваемая труба Салтовской ТС. Сияет нам огоньками. Так, это у нас купола Матроны Московская, по-моему. Говорят, немцы во время Второй мировой войны не сносили купола церквей, так как они были хорошими ориентирами для бомбежек. Сейчас бы в Харькове им было раздолье. Церкви понатыкали где ни попадя. Так, это у нас уже где-то рядышком с Героев труда. А вот это вот католический этот храм, церковь. Да, это уже Северная Салтовка. Это Героев труда, я так понимаю, строят. Смотри, треугольник какой поднялся. Да. Здоровенный город, ёлки-моталка. Ладно, что у нас там с рассветами? Скоро будет, да? Будем ждать. Так, 9 сентября, 17-й год, Харьков. Шесть ноль один по Киеву. И именно на сейчас нам обещали рассвет. Где-то там он должен у нас приключиться, судя по видео.
Да. В общем, никогда не выезжайте в 6 утра 9 сентября под окружную в майке, в шортах и в шлёпанцах. Без носок и без мозгов. Вот оно. Вот оно, наше солнышко, красавица. Ай, какая красота. 6.03. Боже, какая красотища. И ветер стих. Прям все в масть. 0603, да. Фу, ну не зря я себя тут отмораживаю. Потому что еще не отморозилась. Чтобы было видно хоть чуть-чуть горизонт и движение солнца. Вот это шарик. Так, сейчас чуть-чуть приподнимется солнце. Тогда наведу камеру уже на Харьков. Тут, конечно, пейзажик достойный. Так. Пожалеем камеру. Поехали смотреть на Харьков. Ну еще у нас луна есть красивая. Давай, наверное. Уже астрономия, так астрономия.
Сейчас. Чуть-чуть поднимем. Да что ж ты так неудачно? О! И будет у нас как в песне солнце и луна. Ну не красота. Там, кстати, на восходе солнца через пару, по-моему, дней Меркурий должен быть наиболее далеко от солнца. Может, и захватило что-то. Хотя, конечно, вряд ли. Меркурий не та планета, чтобы на мыльницу снимать. Так, ну и вон он наш Харьков, общежитие ХПИ на Шерводе. Да что ты будешь делать, профессионал? Это у нас турбоатом. Парус. Салтовская ТЭЦ. Это уже ближе к Героям труда. Вон купол виднеется. Георгия храма. Ага. Здесь нам дерево все мешает. Ну да ладно.
это уже Салтовка, Северная Салтовка, спальные районы пошли. Да. Что у нас тут самое приметное? Туда еще забраться, поснимать. Так, ну что, 9 сентября, Харьков, 6:14. По Киеву. Пора по домам отогреваться на его. Так прохладненько. Так, 9 сентября, 17-й год, Харьков. 6:43 по Киеву. Северная Салтовка, Наталья Ужи. Наше рассветное солнце. Откуда же я сейчас его восход снимал, вот я пытаюсь понять. Занесло меня в какую-то тьму таракань. По идее, где-то здесь я был. Ну это по идее. Там 17-е кладбище, да? Ну сейчас я, может, дома рассмотрю на большом экране. Где-то там был такой курганчик чудесный. Как будто не он был. Не пойму, тут сейчас игра света и тени на таком малепусеньком экране, как на фотоаппарате. Не видать. Ладно, поехали домой. Переносить все на большие экраны. О, что это такое? Это в пятихатках, что ли, какая-то. Зона отчуждения. Ладно. 9 сентября, 17-й год, Харьков.
6:46 по Киеву. Замерз как... Чтобы мозги на месте были.